Здравствуйте! В эфире новости нашего города. В студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Почти все за одного в Ноябрьске избран кандидат в председатели городской думы. Понял превратно. Накануне Международного женского дня в городе совершено очередное изнасилование. И прощай, зима холодная, приходи, лето красное. Сегодня началась масленичная неделя. В Ноябрьске прошла внеочередная конференция местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Главным вопросом конференции стали выборы кандидата от партии на должность председателя городской думы. В бюллетене внесли фамилии двух претендентов – действующего заместителя председателя городской думы Артура Коломийца и депутата Сергея Антонюка. Процедура голосования не заняла много времени, после чего и были объявлены результаты. Из 57 бюллетеней 7 оказались недействительными, 5 голосов за Сергея Антонюка и 45 за Артура Коломийца. Уверен, что та линия, которую избрала партия по проведению политики в регионе, в городе, будет поддержана и депутатами, и теперь уже вами, как в настоящий момент, кандидатом на пост председателя. Еще раз поздравляю вас. Я действительно выражаю вам признательность за оказанное доверие. Но сразу хочу сказать, что особых-то перемен, честно говоря, ожидать трудно, потому что я являюсь заместителем председателя городской думы, часто исполняю обязанности председателя, поэтому и дальше буду делать все возможное и невозможное для блага нашего города. В «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегазе» завершилась серия встреч, посвященных принятию нового коллективного договора. Напомню, проект нового документа был отправлен в каждое структурное подразделение предприятия 20 февраля. Комиссия, в состав которой вошли представители профсоюзных комитетов и аппарата управления, посетила практически каждый производственный цех, чтобы обсудить с сотрудниками компании все нововведения и выслушать предложения людей. В повестках встреч значилось и избрание делегатов от каждого цеха. 28 марта они соберутся на конференции профсоюзов, где новый документ обсудят в последний раз. Ожидается, что к 29 марта договор будет утвержден и подписан. Добавлю, новый проект коллективного договора разработан в концепции единой социальной политики «Газпромнефти», а значит, в нем будут сохранены все действующие нормы и гарантии. Приятно осознавать, что равнодушных нет. Вот мы провели порядка 30 встреч. Как в Муравленко, так и в Ноябрьске. Это подтверждает то, что значимость коллективного договора, она очевидна. Хочу отметить и еще раз подтвердить, отработали так, что максимально все льготы и гарантии, которые действуют в нашем сегодняшнем коллективном договоре, они перенесены в формат нового документа. Жительница Ноябрьска стала жертвой сексуального насилия. Как сообщила сотрудникам правоохранительных органов, сама пострадавшая вечером 7 марта она направлялась домой и поймала попутную машину. По дороге женщина и водитель разговорились, однако общительность дамы, по ее словам, мужчина понял превратно. В настоящее время виновному лицу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 131 и частью 2 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении его избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Завтра в Следственном комитете Ноябрьска будет работать общественная приемная. На вопросы жителей города ответит первый заместитель руководителя Следственного управления России в ЯНАУ Виталий Сенченко. Прием продлится с 10 до 12 часов дня. Спасатели МЧС округа продолжают работы по подъему тел погибших водителя и пассажира грузовика. Напомним, 22 февраля машина затонула в Оби. По данным водолазов, она находится на глубине 24 метров. И вот сегодня спасательная операция продолжается. В ней участвует 18 человек и задействовано 5 единиц спецтехники. Однако работу водолазам осложняет сильное течение и практически нулевая видимость. Родственники одного из погибших мужчин сейчас находятся в селе Оксарка. С ними работают психологи. Новости нашего города будут следить за развитием событий. Кража терминала раскрыта. Напомню, автомат по приему платежей был похищен 26 февраля. Установлено, что в нем было около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым, а это молодые люди 82 и 83 годов рождения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято. Ведется следствие.
Душа болит за деревья. В рубрику «Нам здесь жить» обратилась одна из жительниц города. Женщина до глубины души возмущена тем, как обслуживающие организации исполняют свои обязанности по уборке снега. Выглядит это вот так. Снегоуборочная техника, сгребая снег, не щадит ничего на своем пути, в том числе и деревья. Многолетние сосны, которые давно и прочно обосновались на этом пятачке земли, замечу в самом центре города, теперь на грани вымирания. И одна из хвойных красавиц уже серьезно пострадала. Спасти дерево надежды практически нет, но и окончательно срубить его тоже, по всей видимости, некому. Пока его придерживает куча снега, но как только она растает, многометровая сосна завалится на рядом стоящие деревца. Вот эти 5 деревьев выстояли в самом центре города. Выстояли, когда строили дорогу, когда строили дом. И вот сейчас они за 2 года буквально... Ну, а когда я позавчера подошла и увидела, что одно дерево полностью сломано, и практически вот этот угол 40 лет Победы, дом 3, он становится абсолютно лысым. Если не прикладывать усилия, то есть не сохранять то, что нам досталось от первостроителей, то в конце концов весь город будет у нас в железных деревьях. Добавлю, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, его обслуживание включает в себя в том числе и уход за зелеными насаждениями. И ответственность за их сохранность несет обслуживающая эту территорию организация. Соответственно, за поломку деревьев предусмотрено наказание. В прокуратуре города людям советуют немедлить и обратиться в ведомство с письменной жалобой на ненадлежащий уход за зеленой территорией. И еще одна жалоба поступила на этот раз от автолюбителей. Водители недовольны тем, как на улице Шевченко расчищают стоянку для инвалидов. Если верить знаку, находится она вот здесь. Но подъехать туда невозможно из-за солидного слоя снега. Судя по плотному снежному покрову, спецтехника сюда не наведывалась очень давно. Специальные расширенные медицинские полисы вскоре могут быть введены для многодетных семей. Такое предложение поддержал председатель правительства России Дмитрий Медведев. И вот что он сказал в частности. Что касается медицинского полиса для многодетных семей, эта идея, мне кажется, абсолютно справедливая. Надо подумать, надо обсудить это с Минздравом. Может быть, действительно, нам такой специальный продукт предусмотреть с точки зрения страхования медицинского, сказал глава правительства. Ирина Сейхмейстер из первой гимназии стала лучшим классным руководителем начальных классов. Таковы результаты народного голосования, которое проводилось на странице новостей нашего города ВКонтакте. За нее проголосовало более 570 человек. Это бывшие и нынешние ученики Ирины Николаевны, а также их родители и коллеги. С победительницей нашего голосования встретилась Ольга Попова. Ей слово. Города, как и люди, бывают большие и маленькие, старые и молодые. А какое лицо имеет наш город? Ну, пожалуйста. Веселое. Молодое. Солнечное. Трудолюбивое. «Он твой, мой город молодой» – тема классного часа. Его в форме открытого урока проводит Ирина Цехмистер. Классный руководитель 2 В первой гимназии участвует в городском конкурсе «Мой класс, моя гордость». Изюминка в том, что мы создаем лицо нашего города и создаем книгу и буклет о нашем городе. Но это все руками детей. Урок оценивают члены жюри, а участвуют в нем приглашенные гости – представители географического общества и родители учеников. В 2011 году журнал «Forbes» утвердил, что Ямал вошел в восьмерку самых экзотических туристических мест. И сегодня вы это с гордостью доказали. Кто станет победителем в городском конкурсе, будет известно чуть позже. А вот в альтернативном голосовании, которое проводили новости нашего города, Ирина Николаевна уже победила. Лучшим классным руководителем начальной школы ее назвали более 570 человек. Кстати, о голосовании Ирине Цехмейстер сообщила дочь, которая учится в Санкт-Петербурге. В течение недели были переживания, потому что было меньше всех голосов отдано, но оперативно сработали мои ученики, мои второклассники, мои бывшие ученики и родители. Также подключились к голосованию мои бывшие выпускники из Москвы, Сургута, Тюмени, которые тоже поддержали своего бывшего учителя.
А поддержать Ирину Николаевну было кому? Ведь учителем начальных классов она работает уже 25 лет. Причем Ирина Цехмейстер не просто учит детей писать и считать. Сама инициативная, творческая, увлекающаяся фотографией и спортом. Быть такими же интересными, активными, а еще добрыми и отзывчивыми. Педагог учит и своих детей. А их смеется Ирина Николаевна, у нее 26. Родная дочь плюс 25 восьмилеток. Очень было приятно, когда у нас Аплетаев Паша приехал после каникул и привез мне из монастыря икону Чудотворной Матери. Вот это было приятно, потому что наше посещение храма оказало на него такое влияние. И он сказал: мама, мы должны что-то привезти Ирине Николаевне. Она стоит в классе у нас, охраняет нас. Ирина Николаевна красивая, она может помочь в трудную минуту. Она принимает везде участие, она вводит нас в интеллект-центр, в молодежный центр. Она понимает нас всех и помогает исправить ошибки. Самый лучший учитель, мы ее все любим, она очень умная, замечательная. Ирина Николаевна милая, она отзывчивая, она, если что, она поможет, подскажет. Очень интересно проводит уроки. Она очень спортивная, веселая, жизнерадостная. Отзывчивая. Она может нас понять. Например, если нам что-то непонятно, она может объяснить, ну, или помочь. Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города. Тем временем голосование за учителей на нашей странице ВКонтакте завершилось. По итогам прошлой недели лучшим классным руководителем старшего звена стала Зинаида Пермякова из третьей школы. За ее кандидатуру проголосовало почти 600 человек. Мы поздравляем победительницу и напоминаем, что в ближайшее время мы подготовим сюжет о Зинаиде Пермяковой. Далее в программе новости спорта. Неудачно стартовал во второй весенней части чемпионата России по футболу питерский «Зенит». С первых минут матча против казанского «Рубина» он проходил в Грозном. Подопечные «Лучана Спалетти» владели инициативой и должны были открывать счет. Но в итоге прозевали контратаку и пропустили сами. Увы, отыграться «Зенит» так и не смог. «Рубин» стал играть в излюбленный для себя закрытый футбол, и в итоге встреча так и закончилась со счетом 1-0 в пользу казанцев. Мини-футбольный клуб «Газпромнефть» продолжает победное шествие в чемпионате России среди любительских коллективов. В минувшие выходные на домашней арене ноябрьцы дважды сломили сопротивление крепкого середняка турнира тюменского «Газпромбанка». В первом матче настоящей борьбы не получилось. «Газпромнефть» усилиями Дмитрия Большакова, Игоря Горлина и Олега Зайкова к перерыву довела счет до 3-0. И сомнений в исходе поединка уже практически не было. Второй тайм ноябрьцы провели очень грамотно, постоянно контролируя ситуацию на поле, и заслуженно победили 7-2, порадовав зрителей красивыми голами. Конечно, непривычный для нас зал, мы привыкли играть в паркете, но это нас не оправдывает. Равные условия для обеих команд, у нас вторая четверка, к сожалению, первый тайм полностью провалила, во втором пришлось перестраиваться, но по большому счету сделали на сегодняшний момент, наверное, все силы отдали. В целом, конечно, не удовлетворены ни качеством игры, ни результатом. В повторном поединке «Газпромбанк» попытался было заиграть по-новому, но «Газпромнефть» подавила всякую инициативу соперника и быстро открыла счет 1-0. Затем случился неприятный курьез. Защитник ноябрьца в борьбе отпасовал мяч назад, а наш вратарь не справился с мячом и счет сравнялся. Впрочем, это было воспринято как нелепое недоразумение, не более. И к середине второго тайма «Газпромнефть» предсказуемо вела 5-2. И вот тут началось. Обе команды висят на фалах. Два 10-метровых пробивает «Газпромнефть». Один из них с добивания реализует Дмитрий Большаков. 6-2. Затем две десятки бьют гости. И счет становится 6-3. Тюменцы переходят на игру без вратаря, и это приносит им успех. Преимущество хозяев тает словно снег. 6-4, а потом и 6-5 за 4 минуты до окончания встречи. Дмитрий Батурин, проведший один из лучших своих матчей, забивает 7-5. Но «Газпромбанк» за 2 минуты до сирены опять сокращает отставание до минимума 7-6. Использовав тайм-аут, «Газпромнефть» наводит порядок в своих рядах и доводит матч до победы 9-6. Наверное, наша самоуспокоенность, счет стал 6-1. Команда уже поверила, что победа, как говорится, в кармане. За это были наказаны, пропустили несколько необязательных голов. Появилась нервозность в действиях, и второй тайм в итоге получился такой скомканный.
После этих матчей с уверенностью можно сказать, что борьбу за золото и путевку на всероссийский финал разыграют между собой ноябрьская дружина «Газпромнефть» и «Газмяс» Сургутского района. У нас последняя игра – это сургутский «Газмяс». Мы идем наравне. Это будет финальная игра за первое место. Если мы становимся чемпионами, мы играем в финале России. А когда будут играть с «Газмясом»? «Газмяс», да, это уже известно, 6-7 апреля. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. Сегодня началась масленичная неделя. Ежегодно этот праздник отмечается в разное время, но согласно церковному календарю, всегда перед Великим постом или же за 7 недель до православной Пасхи. Согласно народным традициям, каждый день масленицы имеет свое название, но самым главным считается прощенное воскресенье, когда каждый человек должен попросить прощения у других и сам простить все старые обиды. Также в эту неделю с четверга по воскресенье любые работы по дому считаются большим грехом, поэтому все лучше сделать заблаговременно. А в течение недели следует почаще ходить в гости и приглашать на блины к себе. Согласно народной примете, масленичная неделя должна быть веселой, тогда и следующий год будет удачным. Это была последняя информация выпуска. Через несколько секунд прогноз погоды. Я желаю вам всего доброго и веселой масленичной недели. До свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Марта в Салехарде облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, температура минус 24 градуса. В Муравленко временами снег. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура 17 градусов ниже 0. В Ноябрьске небольшой снег. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура 15 градусов мороза.